потрібно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують, ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Глібе, мій сніговик буде схожий на тебе. А я що, такий товстунчик, як сніговик? Немає в тобі романтики. Сніговик кумедний і веселий, як ти. Ну дякую, мені тепер треба зліпити ангела, який буде схожий на тебе. Та що на сніговик і сніговий ангел? Є такі скульптури із снігу. А я знаю таких людей, які можуть робити снігові скульптури. І зараз їм зателефоную. Алло. Добрий день, це ви сніговий скульптор? А ви нам допоможете зліпити снігову фігуру? Красно, дякуємо. Чекаємо. Круто. А конкретніше, хто ж такий скульптор снігових фігур? Одну хвилинку. Скульптор снігових фігур. Творець, який за допомогою спеціальних інструментів створює скульптури зі снігу. Здравствуйте. Скульптора вызывали? Так. Вот, я пришел к вам. Смотрите, я принес с собой инструменты, которыми мы будем сегодня работать. Сегодня мы будем с вами строить крепость. А женщины тоже могут стать скульптором? Все могут, лишь бы было желание. Берем снежок и укладываем его как можно мельче, чтобы наша поверхность была ровная и наши глыбы ложились как можно ровнее. Вот, кидай, подравниваем теперь. А сколько дней делается великая скульптура? Ну, смотря насколько большая. Есть скульптуры, которые делаются и практически всю зиму. Ого. Снег у нас самый лучший материал для постройки как раз таких крепостей, так как мы можем его складывать абсолютно в любой форме, которая нам только потребуется. Все, я думаю, нам для начала хватит. Мы чуть-чуть подравниваем. Теперь у нас есть еще два инструмента, но они уже для более опытных скульпторов, таких как я. Вот это у нас рубило. Одну хвилинку. Рубило – це прилад дуже гострий, який слугує для рубання твердих та не дуже твердих матеріалів. Правильно? Правильно. Давайте посмотрим, как он работает. Мы берем сначала, делаем как такую линию. А можно я? Ты должна проколоть с этой стороны, чтобы у нас образовалась практически ровная глыба. Только очень аккуратно. Вот, молодец. Видно, в тебе есть какой-то потенциал скульптора. Мы теперь берем, пробиваем рубилом дальше. Как можно глубже, чтобы у нас образовалось как можно больше глыба. И навіщо? Для того, чтобы нам использовать как можно больше цельных кусков, и наша крепость тогда будет самой крепкой. Берем, укладываем и начинаем складывать. Когда вы працюєте, у вас руки не мерзнут? Когда работаешь, ничего не мерзнет, и тем более греет душу то, что ты делаешь что-то хорошее и красивое. Сюди, так? Да, все правильно. А скажи, будь ласка, а у снеговых туннелях можно жить? Да, конечно, можно жить. В свое время люди проводили там годами и жили полностью всю свою жизнь. Но снег только в этом случае должен быть сухой, ни в коем случае не мокрый. Вот, фундамент у нас уже есть. Дальше мы можем использовать не такие крупные кусочки. А можно мне тоже попробовать? На, попробуй. А що влітку робить сніговий скульптор? З піску робить скульптури? Нет, лета у скульптора нет. Так как только приходит весна, все скульпторы переезжают на полюс. И там отрабатывают свое мастерство. А скульптор богато заробляє? Каждый скульптор получает столько денег, сколько он заработал. И все зависит от его работы. А ну-ка, кто мне ответит, что тяжелее, килограмм земли или килограмм снега? кілограм сніга. Я чув таку ж загадку, але там було трішки по-іншому. Що важче, кілограм снігу чи кілограм пір'я? Тоді я думав, що кілограм снігу, але потім зрозумів, що і там кілограм. Правильно, потому что это килограмм. А чего? Абсолютно не важно. У нас есть еще один предмет, который называется подравниватель. До речі, підрівнювач – це дуже гострий инструмент, який слугує для підрівнювання скульптур. Мы его используем, чтобы уравнять наши углы, чтобы снег, который летел в нас, он разбивался об нашу крепость. Сегодня мы с вами построим такую маленькую крепость, но на самом деле они бывают очень большими. Вы потом придете к нам и посмотрите, какими они могут быть большими. Для тех скульптур, которые вы видели, мы завозили 200 тонн снега. Ого! А где вы его взяли? Ну а где у нас самое больше снега? В горах, конечно, с горы привезли. А скажите, у вас есть скульпторы-женки? Да, конечно, есть. Только они занимаются более изящными, мелкими и красивыми скульптурами. Вот, кстати, забыл представить вам еще один инструмент. Он очень важен. Ну так, значит, мы не знаем, что это такое. Лопата – самый главный инструмент. Нам очень важно, чтобы наш снег лежал как можно плотнее друг к другу. Я думаю, нам уже, наверное, хватит. Только осталось чуть-чуть еще подровнять, чтобы нам было удобнее. И все, и можно готовить снаряды. Кстати, первую скульптуру сделали очень давно, и это был Микеланджело. Он сделал первого обычного снеговика. Ну а першу снігову композицію зробили японські солдати, и это была фортеця. Ну вот, и мы сегодня построили свою фортецю. Теперь можем поиграть. Кто будет прятаться в крепости? Глеб. Правильно, пусть Глеб прячется, а мы будем на него нападать. Пусть покажет, как он сможет защитить свой дом. Ну что, давай я буду подавать тебе снаряды, а ты будешь атаковать Глеба. Можно, вы же сами ее строили. Ребята, а кстати, знаете, что можно делать скульптуры не только со снега, а и со льда? Насправді? Да, и если хотите, можете пойти и увидеть. Ну, мы подивимося, повернемось до вас. Давайте, я буду вас ждать. Доброго дня! Мене звати Даніела, а це Гліб. Дуже приємно. І ми прийшли до вас, щоб подивитися, як виробляються людяні скульптури, бо я дуже хочу бути скульптором. На самом деле все очень легко и просто. Включаем фантазию, берем нехитрый инструмент. Так, держи ты этот. Сначала давайте определимся, что мы будем делать. Предлагаю сделать очень простую веточку новогодней елочки. Пойдет? Так. Так, ты иди сюда. Твоя задача. Берешь руку одну вот так вот, будешь закруглять углы. Второй рукой вот так. Сильно не давим, аккуратненько. Оп, получается. Так. Все, а задача? Твоя задача немножко сложнее. Давай ручку сюда, второй придерживаешь и уголком. И начинаем потихонечку рисовать. Сначала по центру, это будет ствол нашей ветки, да? Есть такое дело. А теперь веточки. Одна пошла в сторону. Есть кусочек веточки? Так. Теперь вторую. Красиво? Получается бы немножко? Так. А ну теперь сама попробуй. Ай! Смелее, не боись. Давай помогу. Держи, держи. Открывай, держи, это же ты делаешь. А я просто так немножко помогаю. Теперь в эту сторону. А коли ви зрозуміли, що хочете бути скульптором, щоб робити літні фігури? Скульптура перший раз попала мені в руки. Така штука і кусок льда. И знаешь, начало получаться и стало интересно. Вот смотри, тоже первый раз ты держишь такую штучку, да? Похоже немножко на веточку. Ну, а если еще немного доработать, это веточка елочки. Оп, похоже? Да. А теперь давай возьмем кругленькую штучку, сделаем шарик. Ой, як гарно. И вот видишь, за 2-3 минуты своими руками ты сделала красивый рисуночек. А теперь, если немножко подсветить, это становится новогодним подарком. Вау. И это только маленькая часть того, что вы можете увидеть у нас. Згодна, это дуже красиво. Приходите, смотрите. Дякую, мама. Вот, мы построили нашу крепость, наборную так называемую. А есть еще одна, которую мы будем строить из большой глыбы, так называемого массива. О, Сергей, салют, ребят. Он у нас профессионал в этом деле. Привет. И он вам покажет, как это делать. Так, Даниэла, значит, смотри, ты будешь нам подсказывать. Смотри, мы хотим сделать самый крутой замок из снега, ну, который вот у тебя в мечтах, к примеру. Представь, что это глыба, да, ее надо всего лишь убрать все лишнее, на самом деле замок уже здесь есть. Значит, Глеб, смотри, здесь делаем вход для того, чтобы, представь, въезжали вот такие маленькие лошадки в эту крепость. Давай, вот приблизительно, давай я тебя обозначу, это, вот это вход. Значит, для того, чтобы было проще работать, сначала нужно снег размельчить, это сделает Влад, а ты все куски отгребай, хорошо? А я в это время специально для Даниэлы сделаю ступеньки наверх нашей крепости. Даниэла, значит, смотри, предлагаю, чтобы мы могли заходить на крепость вот так вот, да, как видела фильмы про замки, про рыцарей. У них всегда есть какой-то вход на башню. Представь, что это будет башня, а здесь мы делаем вход. Видишь, это первая ступенечка будет у нас. Хорошо. Ой, совсем зручно. Ребят, как у вас там дела идут? Нормально, Глеб показывает мастерство. Сколько будем работать с ходом? Ты знаешь, я думаю, что мы будем делать ступенек ровно столько, чтобы хватило на крышу, но при этом, знаешь, есть такая наука эргономика. Она занимается тем, чтобы делать удобные вещи для людей. Мы будем делать такую высоту, чтобы тебе было удобно поднимать ногу. И кроме того, нога полностью должна помещаться на ступеньке, чтобы ты случайно не соскользнула. Я тебя подержу за руку. Потрамбуй снег. Попрыгай. Просто попрыгай по ступенечке. Теперь на нижний спрыгни. Так, отлично. Смотри, снег уже утрамбован. Вы любите снег? А чему? Ну, ты знаешь, я родился на Камчатке. Да? На Камчатке очень много снега. Очень. Это... Ну, на Камчатке это как бы уже считается плохая зима, если с филой лишь столько снега навалило. Бывает, снега наваливает до второго этажа. О, ого! Так. Здесь мы делаем поворот наших ступенек. Тоді вы совсем не хворієте ни гриппом, ни застудою. Иногда болею. Но на самом деле болеть не люблю очень. У меня есть рецепт, чтобы не болеть. Нужно с утречка. Так делают все люди на Камчатке, особенно все дети. Выходишь по пояс голым на улицу, берешь снег, ну вот где-то вот столько, и растираешь прямо по себе. Сначала становится так, а потом тепло, тепло, тепло. Есть еще один способ, кстати, согреться. Если вам холодно на морозе, нужно что-то делать, двигаться. За это я люблю снег. Берешь лопатку, раз комочек, два комочек, и согрелся. Сергею, я могу уже подняться? Да, лестница уже готова, поднимайся сюда. Смотри, как удобно. Даже девочка может подняться на крепость теперь. Давай руку. Ого! Здесь потом мы сделаем вот такой окопчик и будем бросать в тех, кто нас нападает, с няшками. Ха-ха. Вот, снежка я тебе положу. Это слишком... Ну что, как тебе здесь наверху? Добре. Хочешь вниз? Смотри, для того, чтобы оказаться внизу, конечно, можно воспользоваться лестницей, но мы сейчас прокопаем туннель к ребятам. Для того, чтобы, если на крепость нападут, мы могли быстро появиться прямо у входа в крепость. Для этого мне нужна лопата Влада. Держи. Спасибо. Убираем лишний снег. Дело в том, что ребята уже все подготовили, собственно, для туннеля. Сейчас мы делаем шахту, благодаря которой спустимся вниз. Почти как шахтеры. Какие игры вы любили гратися в снегу? Во-первых, снежки. Во-вторых, есть пряталки. Можно закапываться в снег и лежать. Надо, чтобы была маленькая дырочка, чтобы ты мог дышать. Ложишься в сугроб и так на себя нагребаешь, лежишь, не двигаешься. Вот. Когда мимо тебя проходит тот, кто водит, то ты выскакиваешь и быстро бежишь стуки-стуки за себя. А уроки вы когда робили? Точно, я ж уроки не сделал. Нет, это была шутка. На самом деле, ты понимаешь, когда ребенок хорошо побегает, попрыгает, ему хочется немножко отдохнуть. Вот когда в 6 часов вечера мы приходили домой, мама накрывала на стол, и мы с мамой делали уроки. Сейчас нашу крепость надо украсить, чтобы она была устрашающей для врага. Все, тут можно что-то долепить руками. Смотрите, Глеб добавил глазницы, нос. Где зубы, Глеб, покажи. И мы будем появляться неожиданно для противника прямо из пасти нашего сфинкса. Ну что, Даниэла, враг виден на горизонте? Так. Быстро, на крепость, там враги. О, давай, дружище, сюда. Так, друзья мои, значит, смотрите, план следующий. Видите, левое крыло обходит сюда, конница затаилась вон там в роще. Значит так, Даниэла, берешь на себя вон тех оболтусов, ну ты знаешь, что делать с пехотой. А мы займемся конницей. Все быстро на защиту крепости. Пошел, пошел. Первый. Второй. Давай. Профессионал сразу видно. Вам понравилось? Так. Мені дуже сподобалося бути в роли снегового скульптора. Кстати, ты знаешь, что на самом деле снежный скульптор, он практически ничем не отличается от обычных и даже самых известных скульпторов. Разве что тем, что его скульптуры не стоят так долго. И поэтому им надо наслаждаться сейчас. Захотите, будете скульпторами. Главное, очень сильно хотеть. Ну что, мы надеемся, у вас все получится. Успехов в вашей программе «Хочу буты». До встречи в программе «Хочу буты».